И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved. Все так же с модом Anunnaki Genesis, Ark Creature Rebalanced, Agerborn. Я не знаю, как его назвать. На картинке одно, в названии другое, в скобках третье. И как это назвать, как это понимать, да черт его знает. Поэтому я его назвал просто Anunnaki. Да? Или Anunnaki Reborn, я еще не выбрал. Ой, ё-моё, это красненький бежит! Текаем! Козёл. Короче, поднялся тут наверх. Залутал немного металла. Немного камня. Вот, немного ресурсов. В общем, даже кристальчиков чуть-чуть залутал. Все для того, чтобы я смог состряпать себе и трубку. Ах ты агрессивная собака. Хорошо, что я от тебя убежал. Вот, я не знаю, на дом он сагрится или не сагрится. Но посмотрим. Все, я через shift пытаюсь закинуть. В общем, посмотрим, что будет дальше. Залутало все это дело наверху. А, шапка меня все равно не спасет, я поэтому ее не таскаю. Хотя вот сделать full set шмоток было бы неплохо. Как минимум для того, чтобы я смог делать эти. Так, давай, короче, вот так возьмем все. Так, стоп, шапка-то не зачем? Шапка у меня есть. Мне нужно просто починить. А, да, правильно, вот так чинится. Потом вот это и вот это. Отлично, уже лучше. А это что у нас такое? Ай. Так, менюшку надо убрать. Она очень яркая. А, так, что мы можем тут сделать? Слитки металла, это мы сейчас забабахаем. А, бесконечный болос, норм тема. Шмотки отделим. А, дальше слитки металла. Два. Чё-то я не понял. Печка работает как обычно. Собака непонятная. Это чё? Это такое. Так. И вот так. Ха! Да хрен ее знает. Короче, пока что пофигу. Все равно стоит на ресурсы те же самые. А, даже пускай как обычно печка работает. Но там же вроде бы махманом. Да, вроде бы махом она. Ладно, пофигу. На это прям пока что мне сильно плевать. Что мне нужно? Мне нужно сделать вот эту фигню. Мне нужно для этого 10 слитков металла. А, я тогда смогу хоть как-то немножечко маневрировать, летать. Вот это тоже нужно будет посмотреть, что это такое. Пикап для диносов какой-то появится. И так далее. Но также... О, кардстайл. Отлично. Тоже нужно будет сделать. А сейчас что самое первую очередь? Динос. А, мне нужно будет приручить летающего диноса. Это самое первое, что я хочу сейчас сделать. Ага, вон там красненький тусуется. А, самое первое, что я хочу сделать, это летающий динос. А, притомить его и тем самым... обеспечить себе полет. Ну вот, единственное, что у меня левел пока что маленький, седло пока что слабенькое, поэтому с этим будет проблема. Вот я что хотел проверить. Food Explosion. Ну-ка, давай посмотрим. Точно. Так, ладно. Давай делаем вот это добром. Скидываем все. Вот сюдрымс. Хотя бы баллс давай сюда. На эту кнопку. Вот это сюда. Включаем свет. О! О, подожди, труба! Труба, 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 труба. Я же могу сделать трубу. Так, для этого мне нужно найти трубу здесь. Заказать ресурсы. И у меня будет отличная штука. Так, вроде бы на 5 было. Угу. Единственное. А как? Во-первых, он очень быстрый. И это проблема. Потому что я сейчас просто сдохну.
Тоже знал, что он такой резкий будет, как пули дерзкий. Ладно, все ресурсы выложил. Давай. Фух. Кстати, циркулатель 190. Кайф. Так. Ёб твою ж за ногу, да что ж ты такой быстрый? Кстати, там этот находится скелетончик. Так. Мне нужно как-то с тобой совладать. По тебе там что-нибудь вообще написано? Double tripping, jumping. Да ничего на тебе не написано. Так. Да это пока что проблемка. Я имею не проблемы, говно. Которое мне может принести куда угодно. Но только не то, куда нужно. Единственное, что мне сейчас пришло в голову. Давай посмотрим, что... точнее, отсюда полетим. И посмотрим, что... Как где, то есть у меня будет больше времени на полет. То есть вообще просто никак. Shift, Ctrl. Твою мать, там что такое было? Краб? Тут уверен. Но здесь все еще так же гремит. Это проблема. Только не в воду, зачем в воду? Опять в воду, дебил, в воду опять упал. Не знаю, у меня он плавает очень медленно. Он очень медленно плавает, я не знаю почему. Скорость передвижения... Охренеть какая! А плавает он как конченый дебил. А где ускорить вот эту вот скорость плавания? Где в настройках? В смысле вот это, в прокачке персонажа. Пошли в жопу все! Знаю я вас. Хотите меня замочить всегда. А чё ты такой здоровый? Всегда казался как-то поменьше. Снял чест, я подумал, мало ли, вдруг это как-то поможет. Нифига не помогло. Ой-ой. Ну, к Трайбманам, конечно, это вообще просто было гениально. Yellow Трайбман. Виверны. Отлично. Такое ощущение, что старый добрый парашют больше толку мне даст. И он очень быстрый. Так, где я? Мне вообще туда надо. Вот так хотя бы от острова к острову уже хорошо будет. Отлично. Прям ровно в лапы к скату. Если у ската есть лапы. Яркость хоть можно вырубить. Так, ладно. Плевать на все плевать. О, это что там такое было? Явно что-то было нехорошее, он хотел сделать. Ну, со своей скоростью бега, возможно, это зависит от скорости бега моего. И без шуток, я в это уже начинаю прям сильно верить, что от скорости бега это как-то будет зависеть скорость полета. Но это как минимум тупость. К примеру, потому что скорость плавания вообще от этого никак не зависит. Что-то я бежал, бежал. На нафиг минус ноги, потому что управление говно. Вот оно мне это надо было.
Что-то мне подсказывают, гадость это редкостная. Ноги я потом быстрее себе сломаю с ней. Без шуток. Минус 68 слотов? Не, это неплохо. Так, ладно. Плевать на все это дело. Мне сейчас что самое главное? Мне сейчас самое главное прокачаться. И... сделать седло. Вот 38 левел требуется. Почему-то я думал 39, но это еще даже еще лучше. У меня 34. Отлично. Сейчас мне нужно взять инструменты и немножечко все это дело прокачать. Я могу сделать инструменты вот эти васявые. Модовские. Что тоже довольно-таки неплохо. Скорость крафт, конечно, у меня что-то сегодня вообще... Я что-то отвык от этого. Сделаем еда. Кстати, я не проверил, а он воду тоже восполняет? А, да, еда и вода восполняет за 5 мажебери. Какая же тупость все-таки это. Но почему бы нет? Люблю я такие штуки. Немножко держу в тонусе. Так, красный, ты где? Давай вот так сделаем сразу же. Вот он ты где, красненький. Откатимся по максимуму. Отлично. Динк. Дерево, солома. Все отлично, хорошо. Я тебя слышал. Угу. То есть я бы сейчас бы сломал камешек, он просто бы на меня бы вылез. Ага, а вот теперь можно. А теперь еще и дождь пошел. Ну классно. Мало мне было звуков. Так, погоди. Фух. Давай сделаем вот так вот. Ни на что это не влияет. Дождь убрался, а вот эти звуки остались. Потому что, по ходу дела, это что-то другое дает этот звук. Это явно не природа. Еще все сверкать начало, моргать. Ну, просто классно. Так, погнали, добудем металл. Сейчас пока добудем ресурсы, апнется нужный левел. И все будет хорошо. Не надеюсь. По сути, это простая металл-кирка, простая металл-топор. Просто единственное, что ты ее делаешь у себя в инвентаре. Тебе не нужно верстак. И это удобно. То есть, тебе нужно починиться, ты чинишься в инвентаре у себя. Есть редкий металл, естественно. Все. То есть, в этом плане преимущества заканчиваются именно на этом. Это очень удобно. Так, нужно добыть кристаллы. Те кристаллы я добыл с помощью каменной кирки. Как говорится, хоть что-то, хоть как-то. Выносливость, конечно, у меня в перде. Ага. Вес, понятное дело, нужен. И что? О, 41 левел, отлично. Значит, я могу делать себе седло. Седло Наптера. Это очень удобно. Единственное, что надо как-то спуститься будет вниз. Хм. Печку подобрал, поставил. И она снова работает по 20 штук. Не знаю, как это работает, но, в общем, печка работает, и слава богу. Так, добыл немножко ресурсов, точнее, долутал немножко ресурсов. Там их было пару камешков, вот, видели, да? Пару металлических, пару деревяшек залутал. В общем, ну, чтобы было. Так, теперь мне нужно вот это. Туман, конечно, очень вовремя.
Да уж. Оглушил быстрее, чем убил. А ты-то чё здесь лазишь? Какой левел? 285-й. Ну ты, конечно, да. То, одного замочили, все нормально стало. Кстати, а ты? О, 120, вот это норм тут штука. Отлично. На, какашки. Так, а тем временем у меня мой летунчик один улетел. Твою мать. Это говно мелкое. О, жирный. А я думал, тебя залутать можно. А тебя только притомить можно. Повесите еду в последний слот. Интересно даже, что туда надо положить, чтобы ты притомился. Уйдем! А, подожди! А кто его замочил? Вот откуда эти добываются. А кто его замочил? Че за красаву его замочил? Отлично. Возможно, он. Слушай, неплохо. Если б не вот эти вот постоянные взрывы и бабахи, мне бы даже здесь нравилось уже. Потихонечку остров зачищается. Пошел ты! Че-то я летунов не вижу. Вот тут только вот вверху летают они. Кецалькоатль. Да, еще писали бы, какую еду положить, вот вообще был бы кайф. Так, еще один трупешник. О! Так первосортинка! Вообще кайф! Еще лучше. Нормально так вышел. Потомить. 205-й. Первосортинка вообще. Хован! Да почти! Почти! Да, ты жирный! С моими ритами я думал, вообще он за раз с этого яйца. Ну не! Кицалькоатль так низко летает? Офигеть. Сколько в тебе хп? 75. И все, зря убивал. Так, стоять. Где? Где ты? Да уйди ты, ёб твою ж сраное меню. Он просто на это, на эскейп не убирался. Да уж. Далеко летает. Вот так лучше смотреть. О! Стоит! Ну ты и козел. Ждите, пока проголодается еще, а? Ты посмотрите-ка. Ну ты и козел. Ладно, смотрим за периметром. На, смотреть за периметром дело такое. Здесь альфа-дилка бегает. Ну, а вдруг? Но я пытался. Кстати, а что-нибудь пишут вообще там, типа, что-нибудь, как-нибудь, где-нибудь? Не-не-не-не-не. Эффективное приручение, это понятно. Сколько процентов? А, 102 левела, 100%. О, господи. Мне показалось 102%. Думаю, чё? Дебил. Да. Кстати, додоха. А нужны будут мне додохи или нет? О, пассив. Пассив, пассив. А ты? Кейо. Жаль. А я уж подумал, сейчас как Цалькоатля приручу. Просто покормив. Сейчас главное, чтобы вот эта вот... Там она скотина. Ждите, пока проголодается. Скотина. Иди сюда. Вот беги нафиг отсюда. Беги сюда отсюда. Она тупанула, короче, что-то. Просто тут тернодон другой летал. 200 это... 225 что ли там левел был.
Атаковала и сбежала. Все. Хорошо, что не мой. Где эта тварь? О, далеко убежал. Это хорошо. Опять сюда идет. Ну? No? Ну. No. О, смотри. Динопитек бегает. Прикол. Я сначала думал, это обезьянка. Ну да, мезопитек обычно. Я смотрю, динопитек. Детеныш. То есть динопитеки теперь везде бегают? Интересно даже. Ну, по крайней мере, мелкие. Ну, либо это мод добавляет их однаки. Ну, тоже как вариант. Почему нет? Кстати, интересно. Я проверил. О! Серьезно? Сработало! Прикинь, сработало! Главное смотреть слева на надпись, через сколько болос отстегнется. Офигеть! Сработало! Погоди. Ой, ёп, ты же надо... Не сработало! Потому что что? Правильно. Там какой-то период, болос не срабатывает. Да ёп, ты же надо... Элит. А, это элитовские, это не альфа. Да пошел ты! О, сработало. Сейчас, погоди. Аллилуйя. Так, чувак, за мной. За мной, за мной, за мной, за мной, за мной. Так. Или подожди, или в инвентаре. Да не пи! Пи-пи. Кожи не хватает волокна. Серьезно. Так. Так, но с волокном, допустим, проблем не будет. Где мне кожу добыть? Точнее, с кого? Ой, ёп, твою ж за ногу. Ты что, обиделась, что ли? А, отхилялась еще? Ну ты и скотина. Ладно. Валим отсюда, короче. Сейчас какую-нибудь мелочь убьем, кожу добудем и завалим ее. Наверное. Наверное. Основное слово, наверное. Кожа, 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 говорю. На, ну я хоть кожу добыл. Вроде бы. Вы голодны. Отлично. Спасибо, я голоден. Такс. А в тебе точно нету кожи? Не, все-таки ты. Corrupt Evolution? Чё? Это чё? Эволюция какая-то. Так, где дроп? Дроп далеко. Так, погоди. Вот ты смотри, какая обидчивая, а! Может, тебя приручить можно? Какой левел? 265. Может, приручить можно? Ну так, вроде как написано, типа, KO, приручить, все дела, вот это все. Текс. Отлично. Ну, создавайся быстрее. Отличненько. Слушай, интересно, может ее реально приручить можно? Для этого... Ого. Ансет хай. Для этого мне нужно сделать дубинку. Наверное. Или лук. Ага, сделал тут один такой. Давай дубину хотя бы. Да подожди, ты такая обидчивая, ты ёпрсы ты. Дубину. Могу сделать дубину? Пожалуйста, да. Дубинка ты где? О, дубинка могу сделать.
Давай, 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 делайся быстрее, пожалуйста. Что это? Мой топор как-то больше топор накидывал. Нет? Ну ёп, ты ж за ногу там было закончился. Бежит. О, отогрелось. Ну, я теперь загорелся мыслью притомить. Кстати, если что, в моем самом первом выживании у меня тоже была делка первая. Или, ну, одна из первых. Смотри, сколько всякой гадости там попадало. Дробики вроде бы простые. Ну, хотя нет, дробики все-таки усиленные. Это синий дроб. Как-никак. О! Нифига себе, там шмотки-то какие были. Слушай, неплохо. Так, вот то, что она переагрилась, это хорошо. Я здесь нашел вот такие штуки. Вот. Эти шпеки делаются из наркобериков. И я себе сделал арбалет. Простой. Рецепт я только что нашел. Так что, да и на него металла у меня не было, да и в целом ресурсов. Но я задумался реально оглушить ее. И что будет? А если будет, то почему нет? А если можно не кататься, то же вообще кайф. Наверное. Ну, типа она вроде бы должна плеваться ядом и оглушать. Теоретически. Практически. Ну, вот надо налутать наркобарики и затестить. Почему бы, как говорится... И нет. А, кстати, это что у нас тут такое? Хилки. Grow up option. Чё? Это надо перевести с переводчиком. С моим английским только и осталось переводить. Так, три стрелы. Три стрелы это хорошо. Так, не, давай сначала зарядим. Не будем делать ошибок. Так, времени больше будет. Так. Отлично. Замечательно. Великолепно. А дальше топориком. Давай, давай, мочи. Отлично. Могу ли я тебя приручать? Топор, конечно, тебя спадать сейчас будет махом. Ой-ой-ой-ой. Так, мне нужно что сделать? Ой, да давай все, короче. Будем экспериментировать. Ты? О, еда. Отлично. Эй, твою мать! Это была еда и стамину убрать. О, да, вот это я, конечно, могу. Ну, а точнее, торпор. Еда уменьшилась. Но она сразу же проснулась. Ой-ой-ой-ой-ой. Что я там, об лапки застрял, что ли? Так. Мне нужно собрать еще наркобариков, значит. Злюка. Ты вот злюка. Просто слов нету. А чё она такая резко стала? Быстрая, резкая, как пуля дерзкая. А смотри, она реально стала быстрее бегать. Или мне кажется. Вот разозлил называется. Надо сделать стрелы снова. Так, отлично. Босиком зато в броне. Там топор потом накидывается сверху, значит, все нормально, можно немножечко и подождать. То есть гасить ее не обязательно. Так, отлично. Раз. Два. Три. А ты точно та дилка? Что-то мне подсказывает, как будто это другая дилка. Или она прокачалась после того, как она меня мочканула.
Слушай, что ты мне подсказал, что она прокачалась после того, как меня мочканула? Твою мать, пошла в жопу! У нее торпора больше! У нее хп вроде бы больше стало! Какого хрена? Она бегать стала быстрее! Сдыхать плохая идея! Сдыхать плохая идея! Так, бежим сюда. Ай-яй-яй-яй-яй. Ужас. Сейчас надо прям следить за ней, чтобы она из-за камня не вылезла на меня. Ну, или это реально другая отделка, я не знаю. Но это какая-то прям резкая, быстрая атака, где... Но она должна была на кого-нибудь другого загреться, по идее. Я надеюсь. Там есть на кого было загреться. Ой-вей. Так. Две стрелы, да ёб твою ж за ногу, а? Ненавижу ягоды вручную собирать. Прям бесит этот начальный период. Должно хватить 8 стрел. Я на это надеюсь. Теперь осталось ее найти. И надеюсь, она не сдохла. Не согрелась вот на нее и... Или зомби ты... Зомби? Надеюсь, ты не согрешишь на меня. Ага, вон ты где. Так, сырая броня... Да, первосортинка работает. Две первосортинки нужно. Кстати, точно, здесь же показывают, сколько нужно это... Сколько чего? Попал! Отлично! А зарядить? Ой, что-то я отвык от записи. У меня горло аж начинает болеть. Надеюсь, хватит. Я очень надеюсь, что хватит. Тихо. Не спугнуть. 8. Твою мать. Подожди, эта тварь все мясо сожрала же у меня. Так... Ах, твою ж мать, ты бесячая собака. А дебил. Она ж у меня все мясо сожрала. Когда проснулась. И в тебе ничего нет, потому что я в тебя, из тебя все забрал. Так, погоди. Рано сдаваться. Я слишком долго скрафтил стрелы. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а ты... Ты не накидываешь? Так. Да лососник тунца. Снова добывать конченую траву. Меня просто этот шум, гремление постоянного, меня просто уже бесит. А выключить звуки, это означает, что я вообще ничего не услышу. Или ту же самую дилку, которая будет ко мне подходить. Точно. Точно. Здорово. Надеюсь, ты не агрессивная. Точно, точно. Так, 230. Точно. У меня же труба. Труба все видит. Труба все видит. 245. 175. Сейчас притомлю паразавра. Им добудут нужное количество травы, и пошло все в жопу. План просто идеальный. Я даже процитировал одну цитату, но... Офигенный план. Как швейцарские часы. Погнали, короче, отсюда. Там раптор. Все, топлю этого, кого там. Твою мать. Дилофазавр 200. Ну, это уже простая дилка. Это простая дилка. Это я вижу. Это простая дилка. Так, где там 245? Я видел 245.
пятый или какой там, так это этот зомби. Вот он, 245. Что на тебя требуется? 23 мажаберки. Как я долго буду тебя томить? Это будет очень долго. Ну, я думаю, это будет все равно быстрее, чем собрать нужное количество травы. А пока вот это вот все суть до дела, мне нужно как-то добыть первосортину. Первосортина. С кого дропается первосортина? Яйцо валяется, но оно мне точно не нужно. Так. С кого у нас дропается первосортина? И кого можно травить на кого-нибудь, чтобы не хищного желательно? Правильно, первосортина. Сырое мясо ты тоже жрешь? Какого хрена она туда не закинулась? Или я в панике сделал не то? Ой, ладно. В любом случае, давай томить паразавра сначала. Ну, все в жоп. В жоп. Все, иди в жоп. Где ты там? Братан, сеструля, давай. Вот это вот и все. Туда-сюда. Быстрее хоти кушать. Как это будет долго. Может, маленький левел какой-нибудь томить, а? Элит зомб додо. Темейбл. Пассив. Интересно. Как говорится, не поминайте лохом. Оба-на. What the fuck? О, топор, нифига на ней накидано уже. What the fuck? Реально? Какого фига? Она даже не агрессивна. Ёпс туды. Вот это неплохо. Тебя мажаберками томить точно буду 200 лет. Не, с одной стороны... А, ты томишь скио, отлично. С одной стороны, вот так пассивное томление это кайф. С другой стороны, когда ты играешь с модами, где можно просто еду сбросить там махом за... Там за пару кликов, это прям бесит. Обалдеть. Сейчас еще зомби-додо. Притомлю элитную, между прочим, зомби-додо. Это вам не хохрышеньки. Благо, она меня не хочет замочить, и на том уже хорошо. Ужас. Ой, ляха-муха. Перелетел. Кого еще могу притомить? Эх, столько заморочек себе устраиваю с этими томлениями. Ужас просто. Так, надо, кстати, это зомбяшку-дудошку вот так сделать. Хоп-хоп, во. Теперь вижу, где она. Кстати, она быстрее голодает. Она быстрее жрать хочет. То есть я уже третий раз покормил. За такой короткий период. Ну то есть прям это больше юзер-френдли, скажем так, слишком добродушная в этом плане к игроку и быстрее томится. О, медали, опять. Ловись. Тебя, слава богу, тебя не могу. А то было бы прикольно случайно нажать, и потом бы у меня бы светилось, что ты томишься до сих пор. Через 200 серий. Ну да, томится она явно быстрее. Я ее уже, короче, 3 раза покормил, а это только 1 раз. Ну, в общем, томится, наверное, быстрее. Ну и мод глючит, типа, пишет, что готова до еды, а нифига. Точнее, готова, типа, покушать, на нифига. Такого нету. Бегаю туда-сюда, дебил, оп. Отлично. Еее! У меня есть элитка! Клевая элитка! Так. Ты что-нибудь вообще делаешь, кроме как кря? Кря. Кря. Так, солому добываешь. Хорошо. Че ты еще делаешь? Это я помахал рукой. Это не то. Так. Кря. Хорошо, погоди. Паразавр не зря томлю. Ну, чутка прыгает. Это все фигня. Так,
Вот что я хотел посмотреть. Создается... Ой, сколько много всякого хлама, просто ужас. Вот такой есть предмет. Активируем его. Подобрать. О, шапка появилась. Подобрать? Офигеть! То есть, пока вот эта вот фигня активирована, то есть я могу... Хоп! Могу... Подобрать их к себе. Прикольно. Хоп! И в руках могу переносить. Ну, как в руках? На плече. Но в руки ничего взять не могу. Это стоит учитывать. Выбросить, как обычно, FF. Прикольно. Это удобно. Это удобно в чем-то даже очень сильно удобно. Ах, так, где ты? Мы же тебя все еще приручаем. У меня додошка в шапке. Шапку никак не снять, да? Отлично. Так. Кстати, а сколько, интересно, в тебе урона? 168. Да слушай, неплохо. Да, добывать, конечно, ты их не добудешь. Я могла бы. Все-таки зомби, аха. Это будет долго и нудно. Кстати, мне стало интересно. Допустим, закидываем в инвентарь ей все. 134 веса. Во мне веса 57. Активировать кто будет? Вот так один. А, вот, подобрать. 57. Вес 24. 124. Так, вес 124, да, был? А если забрать все? Вес 191. Пара-пара-пам. То есть, так вес в ней уменьшился вдвое. Точнее, вместе с ней. Допустим, 3,5. 3,5, то есть в ней вес не уменьшается. То есть она не сделана так, что в ней вес уменьшается. В ней вес стандартный. Но, закинув в нее и подобрав ее, я уменьшил вес предметов. Вот интересно, могу ли я вместе с ней, допустим, садиться на диносов и летать? Вот это уже интересно. Ну, в смысле, подобрать дино и сесть на, допустим, летуна и лететь. Вот это могу или нет? Тоже как бы несложно проверить. Что мне подсказать, я быстрее бы наркобарике сам бы залутал, но, блин. А еще другой я задумался, а может лучше был трицератопс притомить? Ну, тоже как бы паразавров мало томлю, почему бы и нет. Много я тут за кадром размышлял и промышлял. Ну, одну мысль вы уже видели. Вон, стоит притомленная, вон там. Додумался, блин. Отлично. Паразавр притомлен. Да и не просто он притомлен. Куда пошел? Пошла. Ну, не просто притомлен. У меня еще первосортинка есть. Откуда, вы спросите? Пф, естественно. Скажу я вам. Сейчас, погоди. А как лучше? Наверное, палховит все-таки. Естественно. С детеныша Дудо. Там бегал, тусил, думаю, ну где же найти этот... Про мясо. Ну, поняли. Первосортку. И тут слышу дудошку мелкую. Да, недолго нажила. Зато у меня теперь первосортное мясо есть. Да. С каждого кустика по одной стрелке получаю. Это хорошо. Ну, почти по одной.
Да, конечно, это тебе не трицератопс. Лутается, конечно, очень по-дебильному. Надо прям в точечку смотреть. А что поделаешь? Лучше, чем чё? Вот это я понимаю кайф. Вот это я понимаю кайф. Только чё ты не делаешься дальше? А, наверное, стрелы-то закончились простые. Отлично. Этих стрел мне однозначно хватит. Так, тебя, вес у тебя и так огонь. Ой, какой урон. Ладно, немножко урона тебе тоже вкачнем. Тейкс. Отлично. Всем стоять. Заряжаем. Арбалет. Здесь у нас Remove all food. Вот это вот нужно было заюзать тогда. Теперь главное ее найти. Я что, зря это все делал? Нет, надо ее найти. Где эта элитная дилка? А, вот она-то где. Попалась? Экс. Падай. Отлично. Теперь закидываем прайм. Первую сортинку, точнее. У тебя еда восполнилась. А вот так. Отдай стрелы. Это было не зря. Вот как только исчезнут стрелы из башки, будет даже выглядеть хорошо. Такс, отличненько. 28 тысяч хп, вот это я понимаю. Урончик. Вот это огонь. Так, теперь. Полевок работает. Так, стоп, надо вот это вот убрать. Отличненько. Сейчас проверим привок. Ну, почти попал. Ага, надо брать. Ага. Ну, короче, с меткостью у тебя вообще все плохо, да? Ты, главное, черепаху не попади случайно. Ладно. Ой. Ваншотнул. Да ёпарасоте. Во, давай по паразавру. Вот по нему ты точно попадешь в упор. Нет, нифига. Или фига. Без сознания. Просто она не сразу же отобразилась. Офигеть. Так, погоди, подходим в упор. Вот так уж точно попадешь. Если жертва не будет двигаться. Да твою мать. Погоди. Вот так вот. Хм.
Значит, этот топор я нанес укусом. Подожди, там что за... Альфа-Додо, нормас. Значит, я вот этим укусом столько топора нанес. Охренеть. Так. 2200 топоров вносит. Отлично. 1800. Во! 6900. Ну-ка. 2700. 2700 топоров вносит прям на раз-два. Неплохо. Очень неплохо. Тэнкс, ты какой там левел? Не вижу. 280-й. Етишина, пацатишина. Сыровы. Ну, 4, короче, мяса. Я у тебя томить точно долго буду. Но слушай, это неплохо. Теперь давай проверим еще одну теорию. Ой, как долго серия вышла. Ёпарасоте. Я что-то с Конаном вообще расслабился. Да твою мать. Так, отдай все сюда. Так, давай лучше по весу сделаем. По весу тоже как-то говненько все, учитывая, как он у меня это работает. Так, сейчас погоди. Подобрать. Ага, управлять. Подобрать не могу. Так, яйцами не раскидывайся. Теперь подобрать могу. Хе-хе-хе. Паразавр мелкий. Тебя только управлять. Отлично. Но сам факт того, что я все-таки могу тебя управлять, это уже хорошо. Неплохо. В целом, две элитки, это прикольно. Да, пускай такие. Да и пофигу. Вот интересно, вот эта альфа-дудоха меня будет пытаться замочить? Ну, вроде как, трицератопсы не мочит. Значит, по идее, не агрессивные. Надеюсь. Е-е-е. Да, это уже ближе быстро, нормально. Кстати, выглядит это, конечно, отпадно. Смотри. Такое вылезло. Ой, блин, какая же тупость. Так, а теперь... Во, а то все бегут за мной. Ну, что я могу сказать? Вот как-то так происходит мое выживание. Элитки. Топовые единицы. Ну, топовые 200 с лишним левел, все-таки топовые для начала, как ни крути. И все это в такой халабуде 2 на 2. В следующей серии я все-таки хочу пойти искать новое место для постройки. Вопрос, как я это буду делать, даже представить не могу. То ли на птере лететь, то ли что. В общем, посмотрим, что будет дальше. Ну, а пока что все как-то так получается. Вот лунные блестяшки на зомби-додо, огненный блеск на дилке и потупевший морду паразавра. Все, на этом, как говорится, серия заканчивается. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно, делиться моим видео с своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливо, добра. Всем пока.